Отдельно я даю всегда, нужны ферменты. Ассимилятор, он даже закончился у нас. Ассимилятор — это фермент. То есть образуются всегда рубцовые изменения и в матке, и там, где вот даже в трубах. Что происходит? Когда непроходимость труб, спаечный процесс. То есть там спаечный, как на мясе, пленка. То есть фермент, он помогает эти пленки разорвать. То же самое узелочек, который образуется в узлах, в предстательной железе и у женщин. То есть это ферменты. Без ферментов нельзя. Ферменты — это настройки прораб. Если вы завезли стройматериал, но у вас нет настройки смотрящего, ваш стройматериал растащит в разные стороны. Как правило, ваш стройматериал — это все ваше питание, растащит паразиты. Они все это хорошо съедят. Ферменты обязательно и есть для мужчин и женщин. Отдельно я даю. Есть специфический продукт, и я назову парафармацевтика, отношу. Это набор 11. Это только для мужчин. Это мужская программа. Это оптимальный подбор трав, которые улучшают кровообращение в половых органах у мужчин. Они снимают воспалительный процесс. Они продлевают мужское долголетие за счет того, что улучшается кровообращение в половых органах. Это только для мужчин. Если во время воспалительного процесса пьется 2 капсулы на ночь, как только воспалительный процесс у вас хотя бы частично снят, утром и вечером, особенно те, у кого бесплодные пары, да, или снижение количества активности сперматозоидов. То есть это продукт для мужчин, только мужчины пьют. Специфический продукт для женщин, набор трав номер 4. То есть здесь оптимально, мужчины его пить нельзя. Оптимальный подбор трав для женщин, потому что здесь содержится еще фитоэстрогены.